Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала, и давайте мы наконец-то посмотрим легендарный актер Galaxy, посмотрим, что же здесь можно купить и за какие деньги. Итак, давайте по порядочку. Эта квартира у нас 54 квадратных метра. Да, студия, ну, как бы понимаю, что да, вот, ну, а 54 квадратных метра. Что касается высота потолков, более 3 метров, там 3,20, если не ошибаюсь. Ну и, конечно же, это актер Galaxy, первая береговая линия, 2,5 гектара собственной территории, это, конечно же, собственный пляж, это, конечно же, все по фэншую и так далее, ну и, конечно же, хорошее зеленое место. Как видите, да, вид на море, само собой, разумеешься, тоже скажу это плохое слово. Конечно же, здесь есть парковки, платные парковки, бесплатные есть. В общем, здесь есть у нас все. Итак, давайте дальше. Это площадь 54 вместе с балконом. Конечно, здесь у нас получается одна такая большая студия. По большому счету, здесь у нас санузел должен быть по логике, да? Здесь же у нас зона кухни. Ну и здесь можно разместить. Что касается сдачи. Под сдачу, конечно же, пользуются спросом, однозначно пользуются спросом, потому что сразу же на море, да, это внизу и рестораны, и детская площадка, все 33 удовольствия. Здесь же рядышком можно купить абонемент, да, и, к примеру, вот в этом здании, вот оно, в Рэдиссоне, да, можно ходить в спортивный зал. Тут же есть бассейн и все остальное. В общем, нормальный, хороший вариант. Теперь кто-то спросит, какая же цена? Цена у данного апартамента. Апартамент стоит у нас, именно вот эта часть, сейчас я вам скажу точно, она стоит 10 миллионов, ой, стоп, не 10. Эта квартира стоит 11 миллионов 200 тысяч рублей. 11 миллионов 200 тысяч. Вот он, 11 миллионов 200. Но опять же, можно взять еще вторую половину. Давайте покажем там две, да. Это уйдет 59 квадратных метров. Соответственно, здесь ценник немножко другой. Здесь уже ценник 12 миллионов рублей. Если же брать целиком, да, например, то вы можете стенку убрать, то получится все вместе 113 квадратных метров. Тогда можно еще получить скидочку примерно 20 тысяч рублей с квадратного метра. В общем, можно будет договориться. Таких апартаментов, в принципе, здесь нет, чтобы они были с видом на море и так далее. Это просто из большой комнаты, из 113, да, квадратов, это разделено, получается, на две. Можно, вот здесь будут отдельные входные группы, отдельные санузлы. Если, например, под сдачу, то выгоднее оставить именно так, да, как разделили и узаконили. Если же хочется для себя взять, да, то можно взять целиком. В целом цена конкурентная, все остальное здесь в этом комплексе все гораздо дороже. И маленьких студий с видом на море просто нет. Здесь же вы видите вид на море. Все понятно, да, что ценник есть. Теперь кто-то скажет, какие конкуренты? Да, в принципе, конкуренты актеру Galaxy нету. Есть у нас Королевский парк, где ценник еще выше. Есть у нас еще пару вариантов, да. Но там ценник еще будет выше. Здесь, посмотрите, да, высокие потолки, апартаменты. Кто-то спросит, сколько же стоит обслуживание? Обслуживание стоит 100 рублей с квадратного метра. Ну и плюс еще счетчики. Потому что все-таки закрытая территория, охрана, консьерж и все остальное. Все эти нахлебники съедает. В принципе, да, кто-то скажет, дорого. Но я считаю, что если, например, брать Green Palace с 60 рублями, то, конечно же, дорого. А если брать Actor Galaxy, я думаю, что недорого. Опять же, учитывая, что есть собственный пляж, да-да, там три секции идет волнореза, и все это у нас в достатке, так скажем, где обеспечивают бесперебойным у нас вывозом мусора и так далее. В принципе, нормальная, адекватная цена. Все, давайте определились с вами, да? Есть 54 квадратных метра, это вот она. Есть 59. По отдельности я вам цену уже озвучил. Если же кто-то захочет забрать целиком, вот она, да, как есть, то будет скидка 20 тысяч рублей с квадратного метра. А здесь уже дело за вами. В общем,
Ну, лично кто-то спросит, тебе здесь нравится? Ну, как сказать? Не могу сказать, что прям мне нравится. Нет, конечно, хорошо. Это все равно, знаете, это машина, кабриолет. Это, я бы не сказал, что прям на каждый день, ну, такая машина для эмоций. Действительно, вот квартира для эмоций. Квартира вот именно в том плане взяли, поселились и понимаете, что там классно, там вид на море, да. Вовнутрь заходишь, там все одни там Porsche, Cayenne, там всевозможные, там Mercedes, GLE и так далее. Там охрана, да, в костюмчиках, там без пуза, без ничего, там девочки красивые на ресепшене. Вот все красиво, все классно сделано, не прикопаешься. Ну, реально, это стиль, это мода, это, блин, вот за это можно платить. Ну, за это даже нужно платить. В любом случае, ничего дешевле в этом жилом комплексе, апартаментном комплексе, извиняюсь, вы ничего не найдете. Поэтому, если вдруг есть желание, обращаемся. Можно взять целиком, можно взять по отдельности. Здесь уже на ваше усмотрение. А теперь всем пока, спасибо за просмотр. И поехали дальше, поснимаем еще что-нибудь. Ребят, знаете что, вот давайте по актеру. Вот сейчас мы находимся внутри, да, видите, да, целая куча лифтов. Я здесь насчитал уже 10, хотя их здесь гораздо больше. Лифт, 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 лифт. И знаете, что самое интересное? Вот помните, я ходил по Доминикане и говорил, что нет девок красивых. Ну, девушек нет красивых. Ну, реально нет девушек красивых. И кто-то спрашивал, а где все красивые девушки? Ребят, одни все в актере Galaxy, я вам отвечаю, честное слово. Я стоял сейчас с собственником жилья, разговаривал буквально сколько там, минут 20 разговаривали. И вот мы наблюдали, я не выдержал, говорю, блин, сколько у вас красивых девушек? Он говорит, да. В том-то и дело, что актер Galaxy это такой молодежный жилой комплекс. И здесь действительно могут себе квартиру купить не те, которые... Здесь те люди, которые купили, они все за собой смотрят, они все за собой ухаживают, понимаете? Вот самые красивые девушки, я вам отвечаю. Вот приезжайте сюда, просто на ресепшене постойте где-то минут 10, и вы поймете, здесь самые красивые живут девушки. Девушки самые красивые в мире, я вам 100% даю. Поэтому, ребят, особенно те, кто у нас молодые парни, да, или еще кто-то присматривается к квартире, да, или кто хочет взять квартиру для отдыха, я вам рекомендую обязательно рассмотреть актер Galaxy в первую очередь. Здесь реально, я не увидел здесь ни одного некрасивого человека, понимаете? Здесь все красивые. Я должен жить здесь, с Надей, честное слово. Я должен жить здесь. Вот посмотрите даже украдкой, да? Вы, наверное, не видите. Ну, здесь реально, ну, тут реально красиво. Тут реально красиво просто, я говорю, и аж бесит. Все. Понимаете? Здесь, опять же, да, есть ресторан. Здесь же внизу коммерция есть, да. Здесь же можем выйти на пляж. Здесь есть собственный бассейн. Здесь есть возможность пройти в Редисон и там же ходить в спортзал. Спортзал в Редисоне лучше, чем в Уорд-классе, я вам честное слово говорю. Тренажеры лучше, все лучше. Поэтому, ребят, если вдруг хотите по настоящему жить топовом месте, обращаемся. Я помогу с большим удовольствием вам приобрести здесь квартиру. А теперь, ребят, всем пока.